Бюст погибшего в СВО Староскольца установили на Аллее славы. Герой России Георгий Шуваев погиб в ходе специальной военной операции 1 октября 2022 года. Звание героя начальнику ракетных войск и артиллерии 1-й гвардейской танковой краснознаменной армии присвоили посмертно. С первого дня СВО полковник Шуваев находился на передней линии военных действий. В июне 22-го его наградили орденом мужества за грамотное управление веренных ракетно-артиллерийских подразделений по выполнению сложных задач в ходе боевых действий против вооруженных сил Украины по освобождению Донецкой и Луганской народных республик. Полковник Георгий Шуваев погребен на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества». Рядом с легендарным оружейником Михаилом Калашниковым, космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Рюминым. В Старом Осколе живет родная сестра Георгия Шуваева. В 5-й школе, которую он закончил в 1986 году, установлена парта героя.